Всем огромный привет! Сегодня решила показать вам распаковку и сделать сводчи на тени, которые выпустила Beauty Bay, именно сама марка Beauty Bay. У них такие милые палеточки вышли, я не смогла пройти мимо. Вы знаете, что я полюбила формулу матовых теней от Beauty Bay и вам уже говорила, что это одна из марок, от которых жду постоянно какие-то новинки теней. Так что, как только я увидела эту красоту, я не смогла пройти мимо. Очень хочется увидеть, что же... Точнее, я знаю, что, но как выглядят вживую эти тени. Сейчас вместе с вами раскроем. Сегодня мы макияжа не будем делать, сегодня swatch видео будет. Давайте я все это сразу же уберу. О боже мой, там три палетки вышли, и я сразу набор купила себе, набор. И еще кое-что заказала. А что это было? Мне кажется, это лип-лайнер. Давайте мы с него начнем. Значит, это у нас лип-лайнер, да, называется. Надеюсь, с оттенком я угадала. Вот такая вот упаковочка. Вау, какая она прикольная. Ой, очень темный цвет. Ой, какой темный. Я даже не думала, что такой темный будет. Ну, такой карандаш достаточно и твердый, и при этом хорошо рисует. Я думаю, что под темные помады будет хорошо. Хотя, в принципе, с нюдовыми тоже смогу сочетать этот оттенок. Это вообще лип-лайнер? Да, лип-лайнер пишет. Возможно, можно использовать и как карандаш для глаз, да? Ну, а самое интересное, это здесь почему-то как-то странно это выглядит. Боже. Значит, три палетки можно по отдельности купить. 9,50 € стоит, а вот этот набор обошелся мне в 23,95 €. Точно не помню, обязательно здесь вам цену подпишу, девочки. И смотрите, в какой красивой коробочке это все приходит. Та-дам! Боже мой! А, какая красота! Девочки, посмотрите! Три палеточки. Alice in Wonderland, первая палетка. Боже, какая красивая упаковка. Dumbo. И что это у нас? The Jungle Book. Какая красота! С какой начнем? Давайте начнем Dumbo. Какая милая упаковка. Боже. Я, вы знаете, выборочно как бы люблю такие мультяшные рисунки на палетках, но вот это вот просто, я не знаю, это не могу. Прелесть какая. Там вот такие тут цвета. Так, давайте сразу мы пленочку уберем. Какая красота. Кстати, здесь вообще нет шиммерных цветов, все матовые, чему я очень рада, потому что я люблю матовые тени. Ну что, сразу сводчи будем делать, да? Давайте, не разочаруйте меня. По три оттенка буду набирать. Пастельные цвета. Я надеюсь, что пастельные оттенки тоже хорошо будут работать, потому что яркие от Beauty Bay. Яркие от Beauty Bay, только хотела сказать, что они шикарные, они шикарные. Даже желтый, смотрите, как хорошо передается. А голубенький. Какая прелесть, девочки. А я принесла... Да, есть у меня здесь. Думала, забыла принести салфетку. Но тинт остается. Наверное, мне будет тяжело прям все-все-все стирать. Следующие оттенки. Так мне нравятся эти Микки Маусы. Какие топовые оттенки, посмотрите, вот эти вот два. О, нежно-сиреневый, серо-сиреневый такой. Красота. Красота. Итак, это первая палеточка. Теперь перейдем к Alice in Wonderland. Какие здесь оттенки? Я уже забыла.
Здесь сиреневый. Посмотрите, какой красивый синий, зеленый цвет. Ух, вот это яркость, вот это яркость. Дальше рядышком будем делать. Немножко плешиво вроде как ложатся некоторые цвета, но я больше чем уверена, что эти тени хорошо работают именно с кистями. И последний ряд. Ой, этот желто-зеленый цвет. Интересный оттенок. Очень мягкий, хотела сказать. Ничего себе пигментация. И последний. Вот. Там-та-дам. А ну все. Мне вообще в коллекции не нужны яркие цвета теперь. Видите? Красота, красота. Ну и последняя палеточка. Она самая классная в зеленой гамме. Мне кажется, там некоторые цвета зеленого цвета, не все, конечно, но посмотрим. Я не знаю, я уже забыла. Да. А, немножко разбилась. Как жаль. Ай-яй-яй. Но этот оттенок чем-то похож из предыдущей палетки, да, цвет? Посмотрите, какие приглушенные оттенки. Ух. Сейчас я высыплю вот эти крошки, чтобы у меня тут они не осыпались. Хорошо, что не полностью разбилась палеточка. Так, какие интересные. Давайте мы сделаем здесь свотчи. Ой, какой-то слабый совсем. Кстати, тени по мягкости отличаются. Есть более плотные, есть более мягкие. Так, вот три оттенка. Шик. Вот этот цвет мне чем-то напоминает вот Makeup Geek. Один цвет у меня есть. Однушка. Ну и последние три оттенка. Самые интересные. Это не черный даже, он такой. Мне кажется, с подтоном зеленого. Да, видите? Очень мягкий оттенок, этот последний, этот красивый цвет. Такой пастельный. Вот это тоже желто-зеленовато-пастельный оттенок. А с каким цветом я его сравню? А, я думала, вот этот вот. Тут мне тоже показалось, что есть подтон зеленого, но вот этот больше имеет в себе, содержит в себе зеленого. И вот такой вот. Немножко странно по свотчам ложаться, но я вот реально уверена, что эти тени будут по-другому работать с кистями. Так, вот все палеточки, девочки. Значит, вот это самая интересная палетка. И яркие цвета. Так, давайте вот так покажу. Красота, ну все, ждите макияжи. Матовые с яркими оттенками. И давайте вам еще раз покажу палеточки. Посмотрите, какая прелесть. Вот это вот самое прикольное. С зелеными оттенками вот эти вот. Прям в тон палетки, да, сделали? А ну-ка. Так, это вот подходит. Потом это у нас здесь. Тоже смотрите, какие молодцы. И оттенка слона есть, да, и вот этот вот цвет, где ушко. Ух ты, хорошо придумано и голубого. Ну и последнее, вау. Вы видите, какая задумка? Очень круто, на мой взгляд, очень круто. Просто наслаждаться этими палетками, мне кажется, чего стоит. А еще тут специальная коробочка для них, чтобы хранить. Прелесть. Что еще сказать? Прелесть. Это коллаборация с Disney. The Disney Color Collection. Боже, красота.
Красота. Да, еще забыла, что я карандаш тоже себе купила. Вот такая вот небольшая распаковка. Ну, как вам тени? Напишите обязательно, захотели бы вы какой-нибудь из этих палеток купить. На этом буду заканчивать. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.